Не, ну вы должны понимать, сколько вы меняете. То есть, ну, о, так, пошли фонари работать, видим. Видим, улица Гагарина, перекресток появились, свет. Дальше смотрим на Воровского. Минимум 100, то есть, ну, если есть наличие материалы, то минимум 100 это железо. Вот они. То есть, а вообще автовокзал темный. А у вас где-то оно в плане перспективном есть на ремонт? Ну вот подавали уже, насколько я знаю, уже, по-моему, 4 или 5 лет подряд его подают. Его именно вот этот улицу Воровского сделать вообще полностью капремонт. Автовокзал. Место, в котором концентрация людей всегда. То есть люди приезжают на автовокзал ночью, в 2 часа ночи, в час ночи. Они выходят и оказываются в тьме, в кромешной тьме. То есть не горят светильники возле автовокзала, не горят на прилегающих улицах. То есть то, что движение транзитного транспорта по этой улице есть, в том числе пассажирского, не берется во внимание. То есть эту улицу нужно было делать одной из первых. Смотрите, перекресток Пролетарской и Первомайской. Отсюда видно, что не освещен. То есть ряд фонарей не горит. То есть по вот таким перекресткам как можно быстрее отработайте, пожалуйста, восстановление освещения на пешеходных переходах, в зонах, прилегающих к пешеходным переходам. Потому что та территория не освещена.